Партнер рубрики «Люди говорят» – торговая марка «Сильванолин». Антисептик для защиты древесины от завода-производителя из Словении. Это любимый человек, которого ценишь и уважаешь. Искренний человек, который, не знаю, не ждет вот этого добра, а сам дарит добро. И какое-то тепло людям, как-то так. Который улыбается там, и то, что вот такой приветливый, как вы. Добрый, порядочный, честный. Хороший человек, это добрый человек. Ну, вообще все качества. Добрый, отзывчивый, веселый, может быть, честный. Спасибо большое. И любящий семью. Если он себя считает хорошим, значит, он хороший. Внутренне хорошие, поступки хорошие. Ну, это человек отзывчивый, не знаю, сочувствующий, наверное, людям. Ну, может быть, готов прийти на помощь. Не знаю, ну не жадный, честный, порядочный человек вообще. На мой взгляд, это самый главный, честный.